Всем привет, ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Будем надеяться, впереди нас ждет увлекательный футбол. Сегодня казанский «Рубин» встречается с «Уфой». Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовы и комментаторы. В общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Сегодняшние гости очень здорово играют в защите. Лучшие показатели в лиге у них. Да, защита у них в этом сезоне действительно в полном порядке. Но пока загадывать, конечно, рано. Давай смотреть. Смотрим состав «Рубин». При такой расстановке, несмотря на присутствие одного нападающего по схеме, на самом деле игра может получиться сверхатакующей. Смотрим состав «Уфы». Ну, как мы видим, их тренер решил сделать ставку на полузащиту. Настроение 4-5-1. Давай повнимательнее за ним сегодня последим. Возможно, это одно из его последних появлений на поле. Он вроде бы задумывается о завершении карьеры. Честно говоря, неожиданно. Да, игрок возрастной, но опытный. И, как говорится, ничего не предвещало. Давайте спросим моего коллегу Константина Генича, что он думает о команде гостей. Эти ребята находятся просто в замечательной форме. И сегодня, думаю, дадут сопернику настоящий бой. Футбольный бой. И когда эти ребята разыграются, остановить их очень сложно. Игра началась. Смотрим. Бездарная передача. Мяч покидает пределы поля. Защитник перехватил передачу. Магомед Оздоев. Диньяр Белялетдинов. Вратарь! Вот это сейв! Арбитр назначает угловой. Ничего не получилось создать на этом стандарте. Вратарь во всем виноват. Марсини. Чисамба Лунгу. И что это? Гол! Вот это по-нашему, по-бразильски. Больше ударов красивых и разных. Минуточку. Георгий, а с каких-то пор по-бразильски это по-нашему? У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Максим Кануни. Диньяр Белялетдинов. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Магомед Оздоев. Максим Кануни. Магомед Оздоев. Марсини.
Магомед Аздоев. Мяч будет введен из аута. Очередной аут. Чисамба Лунгу. Иван Паурьевич. Марсини. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Максим Канунников. Пока неплохо. Навес. Навес точно в руки вратарю. Чисамба Лунгу. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Чисто сыграно в мяч. Иван Паурьевич. Потеря. Магомед Аздоев. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Марсини. Руслан Камболов. Хороший пас во фланг. Вандерс. Диньяр Билялетдинов. Борьба за мяч. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Ушел мяч. Аут. Диньяр Билялетдинов. Эммануэль Фримпон. Денис Тумасян. Магомед Аздоев. Рубин начинает атаку. Мяч летит в штрафную площадь. Вандерсон! Рубин забивает. Это гол! И все же им удалось сравнять счет. Ах, какая сейчас пойдет игра! Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Снова равенство на табло 1-1. Максим Канунников. Руслан Камболов. Эльмир Набиуллин. Максим Канунников. Классный отбор, можно играть. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Есть варианты для паса. Будет навес. Фантастика. Гол со второго этажа. Знатный гол получился. Что и говорить.
Ну, после такой передачи промахнуться было бы преступлением, даже с моей стороны. Согласен, и с моей тоже. Ведь и разыграно это было идеально. Мертвый мяч для голкипера. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь без сил. Да там никто вообще дернуться не успел, включая даже защитника. Счет 2-1. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Марсини. Какой шанс! Вратарь занял правильную позицию. Диньяр, Билялетдинов. Закончился первый тайм. 2-1 на табло. Проигрывают пока гости свой выездной матч. И мы ожидали немного другой игры, надо сказать. Ну что сказать, пока их хваленая оборона, как мы видим, дает сбой. И мало кто, честно говоря, ожидал вот такого развития событий. Диньяр, Билялетдинов. Вратарь! Вот это сейв! Чисамба Лунгу. И что это? Гол! Мяч летит в штрафную площадь. Вандерсон! Рубин забивает. Это гол! Будет навес. Фантастика! Гол со второго этажа. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Решил пробить. Хорошая попытка сравнять счет, но не получилось в этот раз. Мяч брошен без малейшей паузы. Чисамба Лунгу. Марсини. Отличный удар. Судья показывает, что будет угловой. Голкипер отбивает мяч. Марсиньо! Вот это спасение! С угловым мяч будет виден угол. Мяч вынесен подальше. Ворот, опасность миновала. Подкат, но игрок перепрыгивает через ногу. Магомед Аздоев. Вандерсон.
Какой навес! Вратарь! Вот это сейв! Иван Паурьевич. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра игрок, стоит на кромке поля. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Главное, без нарушений. Владислав Кулик. Опасно! Не попадает в ствол. Тактическая замена от одного из тренеров. Усиление играть сейчас явно не нужно. Перехват в центральной зоне. Магомед Аздоев. Карлос Эдуардо. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Марсини. Чисамба Лунгу. Магомед Аздоев. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Хорошая передача. Мяч за лицевой. Это значит удар от ворот. А вот сейф там повторяю. Великолепная игра вратаря. Марсини. Так, неплохо. Марсиньо. Гол. И все начинается сначала. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Тренер решил сделать замену. По реакции трибун понятно, что футболист, который покидает поле, им очень пришелся по душе сегодня. Сыграл он правда здорово, и его вклад в игру был действительно велик. На мой взгляд, это лучший игрок встречи. Два-два, у нас снова равенство. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Карлос Эдуард. Неудачный навес, вратарь без проблем забирает мяч.
Мяч перехвачен. Защитник молодец. Владимир Дидюн. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Владислав Кулик. Очень важный угловой. От него во многом зависит судьба матча. Классно он сегодня играл, но почему-то тренер его меняет. Замена. Поле покидает один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно есть за что, ведь на нем сегодня держалась вся команда. Титул лучшего игрока матча у него в кармане. Лишний повод повторить: вратарская площадка – это дом голкипера. И вот потери в центре поля. Прекрасный пас. Опасно. Чисамба Лунгу. И пошла передача. Владислав Кулик не справляется с нервами игрок и запускает мяч куда-то в небеса. А шанс? Шанс был хорош. Он уже как будто видел мяч в сетке, может быть, поэтому и не забил. Мячу, казалось, просто некуда было уже деться, но в воротах он каким-то непостижимым образом не оказался. Просто не хотел туда лезть, и все. Табличка в руках четвертого судьи, 3 минуты добавлено. Отличный кросс. Владислав Кулик. Эммануэль Фримпон. Есть момент, чтобы вырвать победу. Опасно как. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Как защитник сыграл. Браво. Окончен матч, ничья 2-2. Трудно сказать, кто больше доволен этим результатом. Ну что же, матч закончился в ничью. Впрочем, Константин, согласись, мы перед игрой с тобой предполагали, что так оно и будет. Ну, в целом, все могло закончиться и по-другому. Ну, вот такой финал, что мы увидели. Нет победителей, нет и проигравших. Диньяр Белялетдинов. Вратарь! Вот это сейв! Чисамба Лунгу. И что это? Гол! Мяч летит в штрафную площадь. Рубин забивает. Это гол. Будет навес. Фантастика. Гол со второго этажа. Вот это спасение!
углового, мяч будет введен в игру. Какой навес! Вратарь! Вот это сейв! Так, неплохо. Марсиньо! Гол! И все начинается сначала.